Привет, мои дорогие! Сегодня будет традиционный обзорчик заказа по четвертому каталогу. И поздравляю вас с прошедшими нашими женскими праздниками. Вся квартира у нас в тюльпанчиках, потому что мы любим вот это вот настроение. Сегодня я расскажу о том, что себе заказала. А также о тех продуктах, которые идут с хорошими скидками. И я рекомендую их вам заказать и сама повторно заказываю. Сейчас зайди, порежем. Так. Открываем вторую. Я первая начну с вот этой коробочки. Она меня манила все время. Это пакеты такие. Витаминки! Это маленькие на витаминки. Это для папы. Это тоже для папы, скорее всего. Это коробочка от своей красоты. Обожаю их. Вот так. Откладываем вниз. Так, бьюти-боксы. Матка для меня. Дисней. Ну, конечно, Рапунцель, это мультфильм Дисней. Вот какая упаковочка красивая. Тут цветочки. У тебя такая была помадка? У меня была с Минни Маус. Очень вкусно. Каталоги, нападение каталогов. У нас тут твой заказ, твоя скидка. Это у нас мамина. Монтирующие салфетки. Что-то непонятное. Это тональная основа. Карандаши. О! На все фотосессии мне мама замазывает синяки под глазами консилером. И нас ждет следующая коробочка. Тут у нас, конечно же, есть каталоги. Откладываем. Мамина краска для волос. Понятно. А, вот это лак. Последняя коробка. Еще одни витамины. Конечно, я тоже буду брать. Мама. Это для мамы. У нас покрикнула. Это коктейльчик. И еще одна упаковка. Это прибротик для моей мамы. Ну вот. Так, здесь у меня три коробочки. Открой красоту. Я думаю, они будут с наполнением одинаковые. Вот кольцевая лампа. Она у меня уже есть, конечно же. Тут еще что-то. В этом каталоге у нас стартует новая обновленная серия линейки The One. The One Stockholm. И первое, что мы видим, синк-адаптация нон-стоп. Это умная тональная основа, которая подстраивается под наш тон и устойчивость до 30 часов. Ну, честно говоря, я не знаю, зачем нам нужно 30 часов стойкости, что девушка не умывается на ночь, и она на следующий день хочет выглядеть прекрасной. Ну, здесь, конечно, спорный вопрос. Вот, но я эту тональную основу протестировала, мне ее прислали в качестве официального обозревателя еще в прошлом каталоге, и у меня есть к ней одно маленькое но. Мне не подошел оттенок, но мне понравилась сама текстура, как она подстраивается, втушевывается. Поэтому я заказала себе еще две тональные основы. Но опять не угадала с тоном, потому что я посмотрела по идее, по оттенку кожи. Мне должны подойти нейтральный, да, я себе посмотрела, и вот этот вот. Ну, это навскидку даже не прикладывай. Когда я себе заказала вот этот вот оттенок, он оказался точно таким же, который мне прислала компания Oriflame. И он слишком светлый на моей коже. Поэтому, а вот этот вот оттенок, он потрясающе подстроился под мой оттенок кожи. Вот видите, да? Вот он подходит. Поэтому смотрим для себя и подбираю, вот, как он лег. Одна из моих любимок была The One. Мне кажется, что текстура очень-очень похожа. Она имеет блюрящий эффект, то есть идет какая-то вот такая вот подсветка холености кожи. Что-то вот здесь немножечко изменили. Но как мне нравилась вот такая устойчивая The One, так же мне и понравилась вот эта тональная основа. Поэтому у меня теперь две светлых, которыми я не буду пользоваться, и одна вот такая. Но еще есть один вариант. Потому что вот сейчас нейтральный беж, он идеально подошел к моей коже, но буквально чуть-чуть, и моя кожа загорит. И поэтому, если я возьму вот самый темный оттенок, я всегда смогу его смиксовать. И вот мне нравится, что всегда нужно брать две пограничные тональные основы, и светлые, и темные, даже делать небольшое контурирование. То есть вот на вот эту зону мы делаем светлый оттеночек, а на вот это вот распределяем горошки темного. И потом все это протушевываем.
SPF 30. Но то, что SPF 30 это особо, еще дополнительно бонус радует. Нейтральный нюд и нейтральный беж. Немножечко втушевала. Видите, как отлично подстраивается под мой оттенок кожи. Это нейтральный беж, а нейтральный нюд очень-очень светлая. Но пройдет немножко времени, она тоже подстраивается под кожу. Она адаптивная, но все равно вот какая-то фарфоровость, холеность мне не нравится. То есть вот этот оттенок беж, да, нейтральный беж, он подошел. Смотрела вот эти два оттенка. Посмотрите, насколько подстроилась тональная основа, и вы не увидите четкой границы. Буся, кусни ее. Наношу тональную основу только спонжем. Мне этот вариант больше всего нравится. Тональная основа достаточно хорошо перекрывает, но если есть явные несовершенства кожи, как у меня, требуется дополнительно консилер. И не надо стараться искать очень-очень плотную тональную основу, чтобы она прям все-все скорректировала, потому что она тогда ляжет слишком плотной маской. А нам нужен такой эффект, как будто вы без тональной основы. В принципе, вот такой легкости, воздушности она создает, совершенно не подчеркивает поры, шелушение, то есть достаточно комфортная. Но я все же нанесу там, где у меня есть, были высыпания, здесь еще остались постакне, мне нужно подкорректировать. В обновленном бренде The One Stockholm у нас появляются карандаши. Это мерцающие и матовые. Было интересно прежде всего, нет, не черный. Черным карандашом я все реже и реже стала пользоваться, а чаще стала пользоваться коричневым. И меня заинтересовал вот такой вот зеленый. Так выглядят два оттенка: теплый каштан и лесные травы. Посмотрите, какой восхитительный, глубокий, не кричащий оттенок. И он, мне кажется, очень хорошо подчеркнет цвет моих глаз, вот прям тон в тон. Я снимаю мицеллярочкой, и карандаш очень-очень устойчивый, прям хорошо-хорошо наношу ее. И не так-то просто его удалить. Поэтому, когда вы нанесете, стойкость будет очень крутая. Только провела, начала наносить, откололся кусочек. Мне это, конечно, не нравится. И получается у меня сейчас жирный, обломленный карандашик. Но он невероятно мягкий, крутой. Наверное, классная будет тушевка с ним. Внутри прокрашу. Сначала сделала карандашом, и потом, видите, кисточкой доделала. Мне понравилось то, что с ним работать одно удовольствие, и нужно быстро, пока он не застыл, карандашом лесные травы оформлю водную линию. Ой, как он хорошо наносится. Ой, какой он классный, мягкий. Ну, он так круто подчеркивает мою радужку. Обалденно. Можно его даже немножечко подтушевать, пока он не застыл, пока он пластичный. И мне захотелось нанести сегодня теплая корица. Взяла себе две тональные основы, и мне нужно было выбрать в подарок при заказе новой тональной основы вот эту помаду. Ну, ё-моё! Ну, реально, реально! Ну как так, как так? Вот знаете, вот каждый каталог я косячу. Мало того, что я забыла заказать косметички, если делали заказы там на какую-то сумму, то там за 199 рублей 3 косметички я их не заказала. Так еще за 2 тональные основы я не заказала себе помаду. Надо писать компанию, напишу.
третий год у нас стартует уникальный конкурс. Стань частью команды визажистов Oriflame и отправляйся в Стокгольм. И честно, я бы в победителях реально видела бы свою Наташеньку. У нее просто офигенные видео, как она это делает. Это вот я бьюти-маньячка, да, по теням, по палеткам, да, каждый день новый макияж. Сейчас как-то я немножечко приутихла, а вот Наташа, она практически каждый день делает какой-то новый макияж, новые оттенки, она креативит. Это просто что-то нереально. Даже я не думала, что можно так что-то делать, сочетать. Она использует и помады на глаза, с карандашами, в разные техники. Зайдите к ней на канал, просто она реально творит чудеса. Это очень-очень круто, очень-очень-очень интересно. Обязательно рекомендую, подпишитесь. Ну, тушь 5 в одном вы прекрасно все знаете, это хит продаж. Жидкая матовая помада. С тенями я готова возиться, сочетая множество оттенков, комбинирую, вот прям рука песня. А вот для помады мне нужно что-то такое, вот жик, раз, и прям побежала. Вот с этой жидкой матовой помадой, а вот не получается так, раз, и побежала. Нужно аккуратненько нанести, желательно, может быть, даже под карандаш ее. Нужно дождаться, когда она подсохнет, немножечко подтушевать. Да, эффект получается хороший. Вот у меня сейчас на губах вот этот вот оттенок. Я его купила и нанесла, да, мне он понравился, но я его не использовала. Все-таки мне ближе такие помады, раз нанесла и побежала. А вам как? По текстуре матовый финиш, но в то же время нету какой-то сильной пересушенности губам. Комфортно. Немножечко отпечатывается, но не сильно. Следующая страничка и вот такие замечательные карандаши. У меня есть абсолютно все оттенки. Следующая страничка и у нас бальзамы для губ. Это потрясающие бальзамы, мне они нравятся, всегда заказываю. И у меня вот здесь вот два новых лежат и два бальзамчика, которые использую. Есть вот даже вот такой вот оттенок, вот немножечко такой потон. И самый-самый, конечно, ходовой, популярный это... А, все, дальше уже не выкручивается, все заканчивается. Думаю, вы знаете, наслышаны про эти бальзамчики, они очень-очень классные. Кроме того, если вы много говорите, то... Здесь, например, у меня всегда образуется вот такая вот как беленькая полосочка. Ну, часто такое бывает у болтушек, да, когда особенно выступление, поэтому можно даже делать вот так. Смягчить вот эту вот линию и протушевать пальчиком. Об этом нам рассказывала Ирина Митрошкина, звездный визажист. Вот такой вот лайфхак. Со скидкой консилер заказала себе еще один. Вот до этого у меня реальные расходники, они просто там через каждый каталог я заказываю. Можно даже не наносить тональную основу, буквально бегом, если вы куда-то торопитесь, нанесли под глаза, протушевали пальчиком, где-то у вас несовершенство, и все, побежали. Для меня это самый главный продукт для тонирования кожи. По акции ниже даже чем 50%, 199 рублей. Я бы, наверное, заказала их штук 5, если бы не затарилась перед этим. В продолжение новинок у нас запускается матовая помада. Буду плакать, потому что нет моего любимого оттенка с холодным подтоном. Это как-то с теплым, и почему-то нету вот этих вот нежных бежевых оттенков, а 50 оттенков красного. Ну почему, почему? Смотрим распродажу. Нам 80 рублей вот такой вот бальзам для губ. И листая дальше каталог, у нас посвящен разделу wellness. И давайте с вами поговорим о коронавирусе. Это такая тема, которая обсуждается везде. Сколько заболевших, сколько умерших. Но почему-то никто не говорит о том, что какой опасный вирус гриппа и сколько заболевших. Давайте сравним статистику. Сейчас официально на 9 марта, я посмотрела статистику, готовилась, было зарегистрировано 110 тысяч заболевших по всему миру. При этом 3700 человек умерли. То есть 4% по всему миру. И в основном это что касается старше 60 лет. Детишек и тех молодых, кто ведет активный образ жизни, то есть у кого...
хороший сильный иммунитет, они заболевают, но они также выздоравливают. Но при этом ничего не говорится, что официально ВОЗ статистика, вирусом гриппа заболевают 40 миллионов человек в год. При этом 650 тысяч человек умирают. То есть сейчас всем в мире говорят о коронавирусе, 3700 человек погибли, и что 650 тысяч умирает ежегодно от вируса гриппа, при этом умалчивают. Я, конечно, не совсем понимаю эту тему, и, может быть, мы не понимаем, насколько опасен этот коронавирус, да, и зачем это вообще придумано, все вот этот хайп. Да. И еще неизвестно, полетим мы в Лос-Анджелес в связи с этим, да, я надеюсь, что все будет хорошо, и я оптимист, надеюсь, что... И у меня достаточно хороший иммунитет, но хотела бы поговорить с вами про грипп. У нас, как мы, я переписываюсь с девчонками, у меня структура в разных городах России, много директоров, и практически все говорят, что там сейчас больницы, инфекционки переполнены. Детишки болеют ротавирусные, сильный грипп, высокая температура. У нас была такая ситуация, что бабушка, Юрина мама, пришла к нам в гости, мы поужинали, с Маришкой она играла, и вечером она пришла, у нее была сильная рвота, температура под 40, у дедушки тоже температура под 40, у племяшки, она маленькая, у нее под 40 температура, ее забрали в больницу, говорят, все больницы переполнены, вот, и уже вторую неделю, даже сейчас вот повторно, у нее опять та же самая симптоматика, высочайшая температура, вот, при этом, через несколько дней, я почувствовала на себе вирус этот, у меня была температура 36,9, у дочери была температура 36,9, муж не мерил температуру, потому что он говорит, типа я себя комфортно ощущаю. То есть вирус есть, все вирусы я на себе сразу чувствую, у меня начинается легкая ломка, недомогание, такой дискомфорт, при этом я побежала на тренировочку заниматься, все так же. Я чувствую, что во мне этот вирус есть. Организм борется, иммунитет есть. Почему? Потому что я реально сижу на продукции Wellness, которая вообще зашкаливает. Она невероятно сильно поднимает иммунитет. Как у меня, так и у ребенка. Я не знаю, что будет дальше с этим коронавирусом, но... я вам говорю про то, что сейчас идет. И вы можете почитать тысячи отзывов, а также я вас очень сильно прошу, так как вы давно в компании Oriflame, расскажите про свои истории, про иммунитет, как Wellness поднимает реально, чтобы это не только я сказала, Васюк сказал, очередная реклама. Нет, это я говорю только то, что есть на самом деле, то, что мне нравится. На Wellness я уже 10 лет, моя семья, и это тот продукт, который есть. И кто-то затаривается макаронами, боясь, что эпидемия начнется. Я бы рекомендовала вам затариться Wellness'ом. Тем более сейчас будут цены расти, и на Wellness, скорее всего, тоже поднимется, потому что это привоз, и все-таки валюта у нас сейчас очень хорошо поднялась. Запаситесь именно этой продукцией. У нас только что была разборка в доме. В общем, у меня было 3 пачки затаренного астаксантина. Я перерыла весь шкаф, у нас сейчас осталась только 1 упаковка, а 2 у меня их съела дочка. Я не разрешаю, да, когда идет вирус, я ей дополнительно давала их капсулы, так же как омегу, это я ей покупаю, ну невозможно, то есть если ты не дозируешь, она их просто сжирает. Ну ладно, так, как говорили нам, даже штук 5-7, ну, прокакаться только можно, ничего страшного. Но сколько она ела астаксантина, какими дозами, в течение какого времени, я не знаю. То есть у нас сейчас реально была разборка с ней, вот. И, ну, конечно, удивительно, почему ребенок не болеет. Да все замечательно, все хорошо, да, это иммунитет, конечно же, хороший, все вокруг болеют, но нельзя же так есть, да. Мы сейчас так сильно ругали дочь, потому что действительно от лекарства до яда это разная дозировка. Ну, в общем, сейчас буду прятать.
Мало того, что она зараза, она у меня еще и wellness pack тырит. То есть она берет вот эти вот мои капсулы, я-то не считаю, да, она берет, раскрывает пакетики, их ест. Вот, вот у нас вот такая проблема в доме. И сейчас мне надо в следующем каталоге, я буду затариваться астаксантином, потому что это реально как антибиотик, очень мощный антиоксидант. Ну, помимо, да, wellness pack для меня, муж еще уже говорит, где мой wellness pack? Сейчас я ему дам, говорю, сейчас сниму видеообзор и дам. Вот сейчас настоятельно рекомендую, вы можете убрать все из своего заказа, оставить только wellness, чтобы прокачать свой иммунитет, подготовить, потому что даже вот сейчас посмотрела последние новости, официально до 5 апреля Саябин закрыл все массовые мероприятия, написали, что отказаться от общественного транспорта, то есть максимально меньше контактировать с людьми, вот, для того, чтобы вирус дальше не распространялся. Но что это касается именно Москвы. Рекомендую коктейль. Я его принимаю, честно говоря, не каждый день, но всегда после тренировок. Когда потренируюсь, это, знаете, это дополнительно белок. Белок, от этого растут мышцы. Кроме того, правильные клеточки, когда поступают правильные белки, правильная клеточка рождает себе подобное, когда в ней все компоненты, макро-микронутриенты. Если в клеточке у нас не хватает каких-то макро-микронутриентов, то клеточки рождаются деформированными, мутированными. А мутированная клетка, она рождает себе подобным. Поэтому идет, сбивается иммунитет и так далее. Поэтому wellness. У нас есть такое, как подписка Wellness Life Plus. Когда вы покупаете два продукта, либо три продукта, и потом три каталога берете, четвертый идет в подарок, и также количество баллов, это очень выгодно. Также вы можете заказывать, например, три продукта берете, четвертый идет в подарок по продуктам. А Wellness Life Plus выгоднее тем, что идет еще шейкер в подарок, еще и дневник по питанию, об этом я рассказывала. Вот. И так как я являюсь топ-лидером, и лидером, я прошла сертификацию как сертифицированный тренер, поэтому все, кто зарегистрирован в моей структуре, могут, независимо от офиса, могут делать подписку Life Plus. Все же остальные только там, где есть сертифицированный СПО Life Plus. У меня просто такие моменты были, когда девочка приходит за заказом, забирает Life Plus, и все на нее так смотрят, откуда у тебя, у нас же не сертифицированное СПО, вот мы не можем делать заказы Life Plus, а почему ты можешь? Потому что у меня есть сертификация. Так, дальше Маришке заказала витаминки и ее. Но скоро, думаю, с 14 лет, скоро она подрастет, я ей уже потом буду заказывать вот такие wellness pack. И, наконец-таки, она будет есть свой любимый астаксантин. Вы знаете, вот уже, мне кажется, вот у нее просто организм требует. Она настолько привыкла на всю жизнь на wellness, что вот ей как бы требуется, так же, как омега. Она с ума сходит по омеге. Ее я начала давать, наверное, с 2 лет, как только она появилась, и все. То есть для нее это дотря. То есть ей нужна омега. И это реально, это же развитие. Вы сами знаете, насколько важна омега. Я вам сказала свое мнение, почему я, моя мама пользуется wellness'ом. Да, это не дешево. И что касается ваших родителей, я бы рекомендовала сейчас позаботиться, потому что если мы берем про коронавирус, то большая смертность идет тех старших, кто после 65, потому что у них ослабленный иммунитет. А кто, если не вы? Еще раз вспомните, сколько лет с вами возились родители. Они в вас вкладывали безгранично много и ничего не требовали взамен. Подумайте именно сейчас о ваших родителях. Неважно, какая это будет профилактика, гриппа или коронавируса, или еще что-нибудь придет в Россию. Вот. Середина каталога, и у нас появляется напиток. Напиток-пребиотик. Я очень рада, что как официальному обозревателю мне еще в прошлом каталоге пришел вот этот замечательный продукт, который на вкус мне, ну так, не очень по чесноку, потому что я не люблю брокколи, я не люблю шпинат, да, вот вкусовые рецепторы, но он нормально пьется, потом начала применять, и я говорю честно, как оно. Обязательно посмотрите мой видеообзор, особенно про капусту кейл,
говорил, насколько она полезная. И чтобы не быть голословной, у меня этот продукт уже заканчивается. Этот продукт был только для меня, никто в семье его не принимал. И, знаете, это офигенный продукт. И вот этот уход за кожей лица, который я сделала с бьюти-календарем, когда каждый день у меня какая-то определенная бьюти-процедура, и также вот этот пребиотик, я вижу, что у меня пропадают прыщи. Я вижу, насколько состояние кожи классное. Я действительно возлагала на него большие надежды, и оно так и есть. Поэтому я заказала еще не только себе, но и маме. Мама, когда узнала, увидела, говорит: мама, а мне тоже нужен такой продукт, потому что нужно почистить кишечник, нужно нормализовать. В общем, это две баночки для нас. Муж пока еще так, ну, так посмотрел, такой, ну и пей. Как-то он не очень, но в этом плане у меня муж перешел сейчас на вот этот вот как супчик, потому что начался пост. Норма пищевых волокон у нас 30 граммов в сутки, и, конечно же, мы недополучаем. Кроме того, пребиотик – это корм для наших бактерий. Есть лактобактерии – это пробиотик, а пребиотик – это корм для бактерий. Очень важно. Представляете, что вы каждый день едите цикорий, сахарную свеклу, брокколи, зеленый болгарский перец, шпинат и кейл. Да, вы всего лишь делаете себе такой вот коктейльчик. Я почему-то его принимаю на ночь, да, то есть я выпила коктейльчик, ложусь спать. Я не знаю, как правильно ему, в какое время, то есть нету определенных таких рекомендаций. Вот, ну, для меня идеально он идет на ночь. Как раз таки я думаю, считаю, что это полезно моему организму, когда попала пища, плюс вот эти вот волокна. В общем, так, хотя его, по идее, можно, сказали, еще добавлять даже в горячую пищу, в любой супчик, то, что вы едите. Ну, вот так вот. И мы плавно переходим к разделу по уходу за лицом. Я давно вам рассказывала про бьюти-календарь. Каждый день у вас посвящен какой-то бьюти-процедуре, где повторяются понедельники, вторники, пятницы и так далее. Кроме того, наверняка вы сталкивались с тем, что вы вроде там, ой, новиночка, вы купили, новинок очень много. Но чаще всего наша продукция, не знаю, как у вас, но у меня ее много. И не было какой-то системы, когда я знаю, что когда, какое средство я применяю, какая масочка. Обычно так. Ну, у меня сегодня такое настроение, поэтому вот такая масочка. Завтра у меня такое настроение. Использовать вот этот бьюти-календарь и тот результат, который я получила, я просто балдею. Я вижу, что с каждым днем моя кожа становится лучше. Ну так, что вот раз, один раз оставил, и все. А каждый месяц вы будете его совершенствовать. И я не буду... Да, муж чихает, правильно. Я вам лишь расскажу то, что я делаю, то, что есть, например, в каталоге со скидкой и в какой день недели, как я это использую. Увлажняющая эссенция для лица Novage. Это мой must-have, это любимейшее средство. Видите, как потёр колпачок. Воду пою, наверное, вам каждый каталог. Такая вот густая эмульсия, которая такая немножечко маслянистая вначале на ощупь, потом впитывается быстро, мгновенно, и кожа, она мгновенно разглаживается, морщинки, она растягивается, она такая увлажненная. И классно, что сюда еще входит пребиотик. Это вообще сейчас такой бум. Пребиотик используется во многих эссенциях разных элитных брендов. И это реальный бум последних несколько лет — создавать эссенции с пребиотиками. Это корм для наших бактерий. Когда они едят, хорошие бактерии размножаются, тем самым они создают свою гиалуронку, которая увлажняет наше лицо. То есть полезные бактерии еще и ухаживают за нашей кожей. Вот сразу здесь кожа разгладилась, а здесь она сухая и морщинистая. А это всего лишь эссенция. Здесь даже не нанесена сыворотка. Это мега крутейший продукт. Продукт номер два. Это капсулы, восстанавливающие капсулы для лица. 6 масел: кунжут, авокадо, персиковая косточка, лимонтес, черная смородина и бобы, соя. Я не знаю,
знаю уже сколько лет покупаю эти капсулы, заканчиваются, покупаю про запас, заканчиваются, покупаю про запас. В какие-то поездки, конференции я отдельно по количеству дней вместо ночного крема беру, а так они идут под ночной крем, нанесли, подождали минут 5, пока впитается, и потом закрываем ночным кремом, создавая эффект сауны. Продукт стоит 3190 рублей, сейчас по акции 1599 рублей, и если поделить на 30 капсул, 42 рубля, одна капсула, одно применение. Ну, это даже не сравнить с чашечкой кофе. И в своем бьюти-календаре я даже выделила один день. У меня по пятницам всегда идут капсулы. В субботу мне нужно хорошо выглядеть. У нас, как правило, выходные дни, но они не совсем выходные, потому что мы с ребенком, она занимается и либо в модельном агентстве, либо сейчас в медиашколе, поэтому мы ездим, ходим в кафе, рестораны, гуляем. После этих капсул кожа, она более мягкая, она более эластичная, разглаживаются морщинки. Мне нравится этот эффект. Рекомендую. Это энзимный пилинг для лица с альфа и бета гидрокислотами. Это EHA, BHA кислоты, так же как энзимы граната. Энзимы граната — это вообще такой продукт, который включен практически во многие премиальные сегменты. Не буду перечислять бренды, я сейчас изучаю составы, как им пользоваться. То есть вы его наносите на 20 минут, идет мягкое отшелушивание, и потом его снимаете. Потом по вторникам у меня идет чередование, либо вот этот пилинг, либо вот этот пилинг. Меня часто спрашивают, а можно ли сейчас пользоваться серией против пигментации? Да, серией против пигментации сейчас можно пользоваться, это самое то время, когда вы подготовите кожу. Кроме того, здесь еще и есть защита против пигментации, но летом я бы рекомендовала более легкую текстуру, и эта серия делает классный отбеливающий эффект. Еще раз, если вы хотите более эффективный уход, это, конечно же, однозначно линейка Novage, и сейчас я для себя чередую линейки чуть-чуть до и после менструации. Это серия Pew Skin для проблемной кожи против высыпания. Далее я чуть больше недели использую серию Optimals, потом у меня идет Novage 30+, и так как я девочка уже без месяца 40, я начинаю пользоваться вот этой серией Ultimate Lift. Конечно же, это не означает, что нужно делать так, просто я настолько уже долго в компании Oriflame, что мне скучновато, да, и мне хочется разнообразия. Самый лучший эффект вообще, который, чтобы вы реально могли использовать, получить, это когда вы берете одну серию и пользуетесь ей 3 месяца подряд. И после этого вы уже можете как-то чередовать. Да, уже на вот такую ухоженную кожу можно как-то чередовать линейки, побаловаться чем-то. Это знаете, как я говорю, что когда-то можно в ресторанчики сходить, прям по ресторанам, там, когда вы ходите, вам, ну вот как-то бы и бы постненькой пищи, да. Для этого у меня вот идеально эта серия Optimals. С какое многочисленное количество вот этих вот кремов у меня было, всегда есть про запас, безумно легкая текстура, наносится быстренько, впитывается, и кожа матовая. Здесь есть и для нормальной, для чувствительной кожи. У меня еще крем стоит 259 рублей. Если вы еще не зарегистрированы в компании Oriflame, я вам настоятельно рекомендую, это очень выгодно, вы даже не представляете, насколько. Наверное, сделаю отдельный расчет, чтобы показать вам, как можно сэкономить на однокомнатной квартире. Вы не представляете, какое количество денег вы тратите, покупаете. Да, там купили. А при помощи этих акций, скидок, кроме того, вы можете зарабатывать на своем преображении. Вы будете меняться, окружающий будет видеть, что с вами происходит. И, конечно же, вот те продукты, которые мне нравятся, я всегда их рекомендую. Там, ой, это новиночка, вот так новиночка. Я вам рассказывала про мой аромат, когда я зашла в тренажерку, у меня тут же тренер спросил, что за аромат, она его купила. Всех своих друзей регистрирую в компании Oriflame. И когда они пользуются этой косметикой, они правильно ее подбирают, они начинают также приглашать своих знакомых. Ну а если вы сразу хотите зарабатывать, здесь нужна система. Система рекрутинга, как приглашать через социальные сети, через знакомых, незнакомых. Поэтому напишите мне в личку. Знаете, мне прям несколько человек
человек моих новичков писали, что они боялись мне написать в Инстаграм куда-то. Не бойтесь, я такая же, как вы, обычный человек. И я, наоборот, очень рада. Буквально через пару месяцев у нас стартует новая международная конференция для новичков. И вы можете уже сразу стартовать и поехать вместе с нами. Чем мне нравится линейка Optimals, в компании появились бустеры. Три бустера, и у вас практически три разные серии по уходу за лицом. Неделю, например, использовать детокс от забитых пор, жирного блеска, питание от сухости и шелушений, энергетический бустер для здоровой сияющей кожи. Поэтому все три бустера вы можете использовать, дает разный эффект, и ваша кожа расцветает. Это один из самых задаваемых вопросов. Можно ли использовать серии на Vage эти бустеры? Не рекомендую. Почему? Потому что они разработаны специально под серию Optimals. Не было клинического тестирования, дерматологических тестов, как между собой взаимодействуют формулы разные, потому что это инновационные технологии, стволовые клетки растений, здесь немножко разные. Но что очень радует, то, что я очень-очень-очень сильно хотела, у нас будет что-то наподобие бустера, и называется это матирующий гель для жирной и проблемной кожи. То есть, что вы делаете? 2-4 капли вы наносите под крем, и тем самым это регулируется матовый финиш. Знаете, новинки каталога мне в этот раз не пришли, будет чуть-чуть попозже, они не поступили еще на склад. Обычно мне три новиночки, как официальному обозревателю, приходят сразу. Я очень-очень сильно жду этот бустер, потому что вот как раз это надо. Кроме того, я знала, что эта новинка выйдет, ее долго разрабатывали, как раз-таки, потому что очень часто, несмотря на то, что мы уже вышли из возраста подросткового, когда там прыщами заливали, а возраст, когда женщины чувствуют вот как от еды, какие-то что-то происходит в организме, гормональные нарушения, и в возрасте и 30, и 40 есть прыщи. И вот этот вот как раз-таки средство гель, оно поможет нам регулировать вот эту вот зону, Т-баланс, против прыщей, угрей. То есть ваша любимая серия, которой вы пользуетесь по возрасту на Vage, вы добавляете еще вот этот вот, вы еще добавляете вот этот вот эффект. Мало того, что этот гель можно носить поверх макияжа, то есть если вы видите, что у вас начинает кожа блестеть, вымыли ручки, пару капелек добавили, увлажнили лицо и в то же время сделали матовость кожи. Опять же таки, жирный блеск и недостаточное увлажнение – это совершенно разное, да? Здесь идет регулировка, и самое главное, ребята, против акне. Жду, жду, жду на видео. На следующей странице у нас со скидкой 249 рублей продукт, без которого я реально не могу обойтись. Эти салфетки у меня лежат абсолютно в каждой сумочке, потому что вот эта зона, Т-баланс, я постоянно матирую, особенно когда какие-то идут съемки. А вообще, это такие классные. Всегда-всегда были про запас, и сейчас как-то я посмотрела, открываю, бах, а у меня нет, у меня запасы закончились. Я смотрю ту косметичку, там уже закончили практически салфетки здесь, и у меня всегда есть в моем ящичке, где я делала макияж, когда, например, сделала, уже практически оформила, то все равно снимаю лишний блеск, вот это вот люблю безгранично. И что очень жалко, их убирают. Остатки, распродают остатки, что будет? Возможно, будут какие-то новые матирующие салфетки, возможно, компания их вообще уберет, я не знаю, поэтому рекомендую запасаться, и если даже будет новиночка, думаю, что цены будут выше, тем более сейчас что-то непонятное происходит с рублем, косметика сейчас везде подскочит в ценах, и что очень важно, в компании Oriflame еще какое-то время, в течение там 3 месяцев, полугода, будут цены те же. А это означает, что вы можете, это очень выгодно покупать косметику тут, раз, а во-вторых, ребята, строить бизнес. Без скидки, но очень-очень важная штука, почему-то, несмотря на то, что многие уже давным-давно в компании Oriflame,
Многие еще не приобрели себе этот аппарат для очищения. Мне кажется, это один из самых главных бьюти-гаджетов, который должен обязательно у вас быть. Во-первых, это очищение, во-вторых, это массаж кожи лица. У меня по субботам стоит очищение кожи лица при помощи этого аппарата. Его можно заказывать с 50% скидкой, как бизнес-класс. 12600 вибраций в минуту. Не надо делать вот так круговыми движениями, не надо вот так растягивать. Мы делаем по массажным линиям. Дотронулись и плавненько ведем. Дотронулись и плавненько ведем наверх по массажным линиям, тем самым мы делаем очень крутой пилинг. Вторником, когда у меня идет энзимный пилинг утром, вечером я себе написала массаж лица, чтобы не забывать каждый вторник делать именно массаж. Мы наносим что-то, например, это либо гидрофильное масло, когда вы уже распинили, они такое классное состояние, вы сделали массаж мыльный, у меня был в прошлом видео, посмотрите обязательно там, как делать массаж гидрофильным маслом. После этого, например, вы наносите эссенцию на лицо, она имеет такую вот немножечко мыльно-маслянистую текстуру, вот так же дотронулись и проводите наверх долго, дотронулись и чуть-чуть потихонечку наверх, лифтинг делаете лица, тем самым 12600 вибраций в минуту, вы представляете? Потом ваш крем, все уходовые средства будут работать совершенно по-другому. Эссенция впитала, следующий этап — сыворотка. Вы нанесли сыворотку, после этого также вы вбиваете эту сыворотку при помощи массажера. Нанесли сыворотку, она у вас впиталась, вбилась. После этого берете ночной крем и делаете то же самое. Посмотрите, как тарахтит. То есть очень сильно идет вибрация, очень сильная вибрация, тем самым вы не навредите. В этом случае, когда вы не умеете себе делать какой-то самомассаж, фейс-фитнес, не растяните, а тут просто вибрациями вы подтянете кожу, она у вас будет в тонусе. Поэтому записываем себе один раз в неделю вечером перед сном сделать массаж и все средства наносить при помощи вот этого, вот этой насадки. Следующий каталог у нас будет каталог масок. Их будет столько, невероятное количество предложений, супер цены. Разогревающая маска спа-салон, появятся тканевые маски, маски для волос, смузи. Это очень круто, поэтому я расскажу им, как можно их вписать в рамках календаря, когда каждый день будет у вас посвящен какой-то определенной маске. Перелистывая следующие страницы, я одновременно посмотрела, какие продукты буду вам анонсировать. Чуть позже расскажу, но мне прям очень хочется сейчас уже сделать эффект. Это блеск для волос. И вчера его первый раз нанесла. Ну что, запах приятный, хороший, небольшой объем. С одной стороны, вы его можете с собой кидать и делать блеск. А я хочу, чтобы вы сами посмотрели, есть ли изменения, появился ли блеск, изменилась ли текстура волос, потому что, ну вот, чтобы такого там прям явного эффекта, супер блеск, я не увидела. Что-то вроде бы как-то, да, немножко лучше блестят, но, наверное, вам со стороны будет виднее, когда в линейке Hair X по уходу за волосами у нас появились новиночки. Укладка, которая отражает твой стиль. А что идет? Во-первых, здесь идет термозащита, мусс, лак для волос и спрей-блеск для волос. Что меня больше всего заинтересовало, этими средствами Hair X я пользуюсь очень-очень давно, как только эта серия прошла. И, честно говоря, у меня кроме пудры для волос нет ничего, кроме Oriflame. Потому что, в принципе, они мне подходили. Иногда, очень-очень редко, я покупала маленькие флакончики в поездке для того, чтобы кинуть, потом при перелете выкинуть этот баллончик, чтобы было не жалко, если у меня ручная кладь. Поэтому термозащита у меня, она реально практически полная еще Hair X, поэтому я не брала. Почему? Потому что я стараюсь минимизировать горячие инструменты, плойки, фен. То есть у меня вот как высохли волосы, так высохли. И даже я их не укладываю. Вчера помыла голову, у меня сейчас как-то волосы не очень. Ну, честно говоря, у меня даже не было времени, потому что нужно было кое-что еще какое-то дело сделать. Вот. Волосы я свои сейчас практически не укладываю. Мне говорят:
Ирина, почему ты для видео не сделаешь какую-то укладку? Ну, не хочу я делать укладку, да, я вот, мне нравится делать макияж, а вот укладка, и не хочу травмировать волосы, потому что, когда у нас есть мероприятие компании, вот тогда я и делаю и укладочку с ними, и плоечки всякие идут, а так мне важна моя длина волос, поэтому у меня в таком щадящем они режиме. Что касается блеска для волос, я возлагала на него большие надежды. У нас когда даже был такой, знаете, спрей-блеск жидкий. Как он мне нравился, Он был такой крутой, но почему-то он исчез. Он исчез, мне очень жалко, потому что вот там я реально видела результат. Сейчас, вот вы знаете, вот то ли я много его нанесла, то ли как-то, мне кажется, что волосы, может быть, и что-то больше блестят, но какой-то эффект как-то грязноватых волос. В общем, я пока не знаю, как правильно им пользоваться, сколько его, как нужно. Вчера его наносила много перед вебинаром. В общем, я буду его тестировать, пока ничего не могу сказать о нем. Так же, как и о лаке для волос. Единственное, что я протестировала, это запах. Запах поменялся, потому что многие говорили, что та линейка Hair X, ну, по запаху была как-то не очень. Поэтому я ничего пока не могу сказать об этом, потому что вчера я тоже зафигачила волосы лаком, и они выглядят у меня как-то сейчас не очень, как солома. Буду пробовать, буду смотреть, и когда будет следующий обзор, я вам расскажу, какие у меня впечатления. Также переходим к моей любимой красочке. И мой самый любимый оттенок – это 5.25. Очень крутой, мне нравится. И потом, как постепенно краска сходит, плавно, и в то же время закрашивает седину. Но оттенок 5.25 имеет красный подтон. Меня многие спрашивают, какой краской покрасила сейчас. Я покрасилась оттенком 7.0, вы видите, да, и на мои волосы, в которых уже был красный подтон 5.25, а до этого тоже как-то был, я добавляла в 5.25 вот такой вот оттенок. Мне, знаете, нравится, то есть я, например, беру вот этот 5.25, и я могу либо сделать вот этот оттенок, туда более в красноту уйдет, либо могу, например, сделать пятерочку или там еще что-то, либо темнее оттенок, да, и сюда, например, полпачки. То есть я периодически миксую. Ну, все делаю в рамках одной серии линейки. И за сколько лет? 8, я честно, я не пользовалась никакой другой краской, кроме Oriflame. Потому что она мне подходит идеально, она смывается идеально, нет никакой ржаны. И главное, что это кончики волос. Когда я крашусь, краска, она закрывает кутикулы, и мне нравится состояние волос после этой краски. И мои волосы к ней очень привыкли. Я не буду доставать свои баночки антицеллюлитные крема. Они у меня находятся в ванной. Мои просто говорят, мама, кусать, кусать. Все, давай, давай, быстрее. Вот, антицеллюлитные очень крутые. У меня они расписаны в ежедневном календаре. В понедельник и в пятницу у меня проходят тренировки с личным тренером. После этого я прихожу домой, принимаю душ. Мне здесь 10 минут пешком идти. И после этого я прорабатываю зона целлюлита как раз таки вот этими средствами. У меня 2 раза в неделю обязательно идет самомассаж при помощи этих средств. Со скидкой идут 2 спрея для подушки. Вот этот спрей мне по запаху, ну, что-то как-то не очень. Вот этот вот с лавандой мне нравится. Этот спрей у меня стоит у кровати, и я на ночь брызгаю подушку. Очень-очень приятно засыпать. По понедельникам также у меня стоит уход за ножками. В этот день я делаю скрабирование, чищу пяточки и на ночь наношу маску для ног, крем для ног и так далее. То есть у меня по понедельникам идет вот как раз. И я никогда не забываю, я открываю, я накануне смотрю, что у меня будет на следующий день, и с утра я открываю и смотрю, что у меня по расписанию, какая бьюти-процедура. В завершении своего обзора хотела рассказать о новой линейке ароматов Joyce. Это цветочно-фруктовые ароматы, такие легкие, и по невероятно привлекательным ценам всего лишь 399 рублей.
Это свежецветочно-фруктовые, легкие, немножечко с прохладой ароматы. Можно сказать, 2 года назад, это или 3 года назад, это был бы, наверное, мой любимейший аромат, потому что я наслаждалась такими ароматами. Такой подобный аромат у нас что-то был. Это если мы возьмем вот этот аромат, Люсия Брайт Аура, вот это все настроение, что-то такое вот общее, свежее, легкое, цветочное, оно есть. Раньше я как аромаманьяк, мне настолько нравился этот аромат, я его наносила, и когда хотела рассказать об этой новиночке, я сразу вспомнила про вот это вот платье. Оно настолько гармонично подчеркивает, вот весна, свежесть, легкость, воздушность, это то, что у меня ассоциируется с этим ароматом. Прохлада зерной кувшинки окутывает тебя легким облаком, словно легкий свежелетний ветер на зерной глади. Вот такое вот описание аромата. Основные компоненты — это груша, озерная или зерная кувшинка и мускус. Легкий аромат. Уже будет представлен вот такой вот цветочный аромат. Миндаль, масло мадагаскарского иланг-иланга и ваниль. А я хочу попробовать следующий аромат, который будет в новом каталоге. Этот аромат меня прям заинтриговал, реально. И я жалею, что не взяла пробники. Здесь идет зеленое яблоко, дикая орхидея и сандал. Вот я попробовала, мне он понравился. Он такой вот интересный. В общем, наверное, я попробую. Ребята, это то, что я хотела вам рассказать по текущему каталогу. Конечно же, здесь множество продуктов, которые я безгранично люблю, потому что фанат косметики Oriflame. Кроме того, рекрутируя, я получила еще 3 подарка. У меня 10 бьюти-боксов с новой рекрутинговой компанией, где еще больше возможностей. Итак, самая трендовая на сегодняшний день вещь – это дорожный кошелек. Стильный, лаконичный и, что самое приятное, эксклюзивный дизайн. Качество материала и фурнитуры сделали свое дело, его не хочется выпускать из рук. Представляем вашему вниманию многофункциональную и удобную сумку со стильным минималистичным дизайном и очень эффектной фурнитурой. Сразу хочется отметить интересный дизайн сумки. Благодаря съемному ремешку сумку можно изменить на более романтичный образ. К примеру, если продеть платок, то у вас получится абсолютно новый и стильный аксессуар. А съемный мини-кошелек можно также использовать отдельно как самостоятельный аксессуар. Функционал верхнего отдела сумки специально создан для аккуратного хранения карандашей, кисточек, помад, блесков. Посмотрите, насколько это все удобно и всегда под рукой. И невозможно не сказать про мягкость хода молний. Сразу чувствуется, что многие детали этих аксессуаров сделаны вручную, а это, как вы понимаете, дорогого стоит. Посмотрите, как она дополнит ваш образ своим потрясающим исполнением. Слушая свой обзор каталога, я вас очень-очень сильно попрошу написать в комментариях, какие продукты из этого каталога вы себе заказали, или какие продукты идут с большими скидками, и вы их безгранично любите. Эти комментарии помогут нашим новичкам, клиентам сориентироваться в многообразии каталогов компании Oriflame. Ну и также до новых встреч, увидимся с вами. Пока-пока!